Президент госнефтекомпании Азербайджана Сукар Ровнак Абдуллаев в ходе визита в Грузию принял участие в церемонии открытия средней школы в селе Леджбедин грузинского района Марнеуле. Это место компактного проживания азербайджанцев. Ремонтные работы профинансировала государственная нефтяная компания Азербайджана. Реконструкция позволила увеличить площадь учебного заведения. Обучается здесь 130 человек. Ремонт осуществляется по указанию президента Ильхама Алиева. В планах реконструкции и других школ, где учатся азербайджанцы. Также по поручению президента Ильхама Алиева грузинский регион Квема Картли получил 10 единиц сельскохозяйственной техники. Это тракторы «Беларусь» производства Гианджинского автомобильного завода. До конца года планируется передать еще 10 таких тракторов.